Всем здорово, пацаны. Спонсор сегодня нашего выпуска — это моя группа ВКонтакте, которая разыгрывает подарки. Потому что я вам уже должен за ноябрь, уже за декабрь. Ну, за декабрь еще не кончился. За 2 месяца я вам уже должен. Так что разыграем 3 приза в группе. Будет видео, что нужно сделать. Так что заходите в группу в описании. Разыгрываться, как я вам говорил, уже может плеер, можете, ну короче, кто выиграет, мы там уже договоримся о подарке. Можете госномер, хотите, вам отправлю, хотите такой госномер, хотите фотографию, сердечко, все что угодно, все что вашей душе угодно. Главное — участие. Участвуйте в розыгрыше и получайте подарки. Так, а сегодня у нас... Давно я про ключи ничего не делал. Самое интересное, что они у меня уже валяются давненько. Даже не распакованы еще. И вообще некогда что-то делать. Времени нету. Итак, вот, начнем с первой посылки. Ой, оценили ее аж в 30 баксов. Сразу говорю, сегодня все посылки — это корпуса. Для как вам сказать-то, для ключей. Зачем-то пенопласт. Так, а это у нас, это у нас ключи Шевроле. Так, сейчас поставлю ручной фокус. Так, сейчас разберем, вернее распакуем. Так, вот такой вот ключ Шевроле с логотипом. Логотип отдельно, с болтиком. Уже не раз такие ключи заказывал. Очень хорошее качество. Даже вот тут есть маркировка GM. Очень качественные ключи. Очень качественные ключи. Очень качественные ключи. Офигенные ключи Шевроле. Вот так вот это все выглядит. Без платы. Так, ладно. Короче, сначала распаковываем, потом будем рассуждать, если вы не против. Так, далее у нас еще одна Кей Шелл. Шелл, или как правильно читается? Ну, короче, вот, увидите, не увидите. Вот так вот корпуса обозначаются. Кей Шелл. Так, распаковываем. Так, здесь у нас... Так, здесь у нас мои любимые ключи. Почему любимые? Потому что очень универсальные и выглядят охуенно. Здесь у нас Audi. Кстати, сейчас такие же ключи, похожие, делают на Cherry. Не помню, на какую именно, на последнюю Тига, по-моему. Но они офигели уже. Копируют все, что хотят. Так, вот такой ключ. Офигенский, я сказал бы. Так, ладно, идем дальше. Вложим вот так вот.
Далее у нас бумажная упаковка. Вообще ничего не написано. С другой стороны адрес и 18 баксов. Description of Connect какой-то почему-то. Но я уже давно не удивляюсь над тем, что пишут. Мне уже, честно говоря, насрать, если им там так удобнее и мне от этого не возникает проблем. Ради бога, пишите, что хотите. Так, это у нас... Так, Kia. Или Hyundai Solaris, или Kia Solaris. Hyundai вроде Solaris. Они без разницы, что Kia, что Hyundai ключи одинаковые. Так, это, наверное, Hyundai. Сейчас, блядь, уже забыл, как, что именно есть-то. Hyundai Solaris, все правильно. Че, мозги-то ебу. Так, это Hyundai Solaris у нас. Такой же корпус. Так, ну вот такой он ключик. Что-то как-то слабо закручен. Ну ладно. Так, идем дальше. Что у нас еще-то есть? Что-то еще есть. Вот такой пакет. Тут мой адрес написан. Так, ладно. Тут у нас сборная солянка, насколько я помню. Так, это у нас Корея. Ну вот это как раз таки тоже Hyundai или Kia. Hyundai Solaris, это Kia, наверное. Так, это у нас тут Фольц есть. Это тоже Фольц. Кстати, такой у меня видео, посмотрите, где я в него плату запихал. Так, тоже Фольц. Опять Kia. Опять Фольц. Фольц. Ауди почему-то. Ауди. О, это уже Бентли. Так, это у нас 5 Ауди. Это Volkswagen с двумя кнопками, старенький. Это с тремя. Это у нас с двумя опять старый. Так, 5 у нас с тремя и с тремя. Так, и завершает нашу распаковочку. Вот такие вот ключи. Так, это у нас Бьюик. И... Да знаю, тоже Бьюик. Так, это все у нас Бьюик были. Так, вроде все. Так, теперь пойдем поподробнее обо всем об этом, об этой куче. Так, сейчас сразу выберу тогда. Так, раз Бьюик, два Бьюик, три Бьюик. Три ключа выбираю. Что-то вывалилось. Так, три Бьюика. Возьмем одну Бентли. Одну Ауди. Один Фольц с двумя. Один Фольц с тремя. Солярис. Это вообще универсальный. Шевроле. И, по-моему, все, да? Или еще что-то говорил было? Нет? Наверное, это все. Так, это в архив поле чудес. Итак, вот что у нас есть из разнообразия. Так, ладно, начнем с самого простого. Давайте с фольцев. Где наш фольцы? И... прокомментирую я свое отношение к ключам Volkswagen. Так, вот раз ключ. Где еще-то один Volkswagen? А, вот второй Volkswagen. Итак, что я лично думаю о Volkswagen? О том, что это охуенный ключ. Почему я так считаю? Да потому что, во-первых, ключ... из большинства всех ключей вот этот ключ ходит больше всех.
Не знаю почему так. Ну, я имею в виду из не особо топовых моделей. Но вот это качество очень хорошо сохраняется, короче, его внешний вид свой. Вот возьмем, например, 98-е года, там ключи вот выкидные, так я думаю, мало какие машины доживают. А вот эти двухкнопочные очень долго живут. Так, далее. Цена на корпус и качество изготовления. Цена на такой корпус, вот такой вот, есть... Ну, вот именно такая модель, без лезвия, без всего. Раньше вообще 100 рублей стоила. Сейчас, наверное, рублей 150-200, потому что доллар скачет, они разные цены ставят, у всех разные. Так, это у нас второе. Третье. Это один из универсальных ключей для изготовления себе выкидного ключа. Почему? Потому что... Где у меня ауди-ключ там? Вот. Вот, потому что сам по себе аудишный ключ... Само лезвие, оно широкое. Тем самым, данное широкое лезвие, пусть у вас Nissan, ну сразу все достанут, пусть у вас Chrysler, пусть у вас Opel, Deu, Chevrolet, пусть у вас, это кто у нас, Datsun, это Datsun, пусть у вас Datsun, все, я считаю, вообще идеально ляжет на этот ключ. Очень мне нравится ключ, цена-качество. Ну, такой еще прикол. Так, сейчас разберем. А, такие ключи еще двух видов. Вот в данный вид это самый дешевый. Он тоже более старый. На Кашкае. На моделях Кашкай. Сейчас на новых Пола пошли новые ключи. Также выглядят, но он уже новый. Там, например, отщелкивается задняя крышка. Сейчас, кстати, покажу, как он еще разбирается. Так. Используем сегодня вот такой вот у нас мульти. Мульти-мульти. Проверим его в деле. Так. Что нам нужно? Нам нужно отщелкнуть его пополам. Для этого берем ножик. И вот в этот прорез, надеюсь, нормально видно, потихоньку его вставляем. Если ставится, что-то не вставляется. Так, сейчас, чтоб не поцарапать. Ладно, идем другим способом. Мы же из танка, из России. Берем отвертку, вставляем сюда и вот так отщелкиваем. Понятно? Вот, смотрим. Сейчас ближе покажу. Вот. Вот у нас защелкнут. Видите, вот здесь как под отвертку. Вставляем отвертку и раскрываем наш ключ. Далее раскрывается ключ, делится на две части. Эту часть можно несложным движением разобрать руками. И тут уже у нас будет идти плата и батарейка, соответственно, для нее. И таким же действием собираем вместе. У данной башки уже вот здесь устанавливается чип иммобилайзера. Лезвие сюда разбирается, просто раскручивается и раскрывается. В конце видео, ну ладно, давайте сейчас. Чего уж конце-то? Чего уж до конца-то телегу тянуть? Так, видео у нас сегодня на полчаса, как обычно. Я быстрее вам донести не смогу. Так, здесь отвертка большая, нам не подходит. Берем маленькую, откручиваем башку, ну, в смысле, болтик. И сейчас увидим незамысловатую конструкцию. Так, лучше, наверное, его собрать у нас получается. Так, вот так он выглядит у нас. Вот здесь у нас помещается чип, колба. В виде колбы он выглядит. 48-й чип. На очень старых есть Т5. На фольцах вроде на всех идет. Так, далее. Как нам собрать все это? Устанавливаем голову. Устанавливаем голову.
Так, вот, чтобы она вылезла. Далее против часовой, получается, крутим. Оборота 2 примерно. Вот, фиксируем двумя пальцами и закрываем верхнюю крышку. Все. Тестируем, не закручивая. Все, выкидывается. Кстати, выкидывается он как шикарно. Я на Удюхе 3 раза закручивал так. Жаловались, что по пальцам бьет. Так, и закручиваем наш болтик обратно, в принципе. И все, и защелкиваем. Вот весь наш Volkswagen. А, сейчас еще покажу кое-что. Так, вот наш Volkswagen. Так, это у нас трехкнопочный, это двухкнопочный. Так, смотрите. Теми же действиями вставляем в прорезь. А тут ее уже нету. Сейчас. Так, ножичек, ножичек. Сейчас попробуем другим аппаратом каким-нибудь. Так, вставляем в прорезь. Да, блин, не вставляется он в прорезь. Берем, короче, руками. И нифига не достаем. Бля, слишком узкая, короче, прорезь. Даже эта отвертка сраная не лезет. Нужно, короче, тонкое лезвие какое-нибудь. Взял кухонный нож. Сейчас что-нибудь придумаю. Лезвие тонкое. Вставляем в прорезь. Вот. И отщелкиваем. Так, освобождаем башку нашу. Раскрываем, смотрим. Все практически идентично. И что я вам могу сказать, что вот, например, если вы не хотите двухкнопочный, возьмите трехкнопочный. Плата встанет сюда точно так же, только что у вас средняя кнопка не будет работать. Все, разницы больше никакой. Что две кнопки, что три, хоть 10. Здесь все одинаково. Идентично. Так что не бойтесь, на Фольц покупайте хоть с двумя, хоть с тремя кнопками. Они... Большинство идентичны, кроме, говорю, что новые появились. Ой, новые Volkswagen эти полики. А, там еще пол-то на них идет он RS какой-то или SR. Вот на них немного другие они. А так они все вот наоборот вроде, да, сделал. Так что без разницы вообще. Такая фигня. Так, ладно, оставим пола. Так, далее уходим от пола. Ой, пола, блядь, от Volkswagen. Уходим от Volkswagen. Далее пойдем по. Давайте Hyundai Kia. Вот у нас Hyundai. Вот у нас Kia. Вот такие ключи. В чем прикол этого ключа и этих автомобилей? Не, скажу, в чем прикол этого ключа. Прикол этого ключа, что они подходят друг на друга. Тут не важно, что написано. Там хоть Господь Бог пускай будет написано, это не важно. Корпуса очень похожи, все одинаковые. Если у вас Opel, по-моему, с такими же Opel идут, и Opel сюда тоже лезут. А, не, пизжу, опеля сюда не лезут. Опеля лезут вот сюда, если такой. Вот сюда опеля лезут. А Hyundai Kiki, если у вас вот такой ключ, можете, блядь, любой корпус покупать, вообще наплевать. Еще есть такие беленькие с серебристой граночкой. И есть золотые, ой, белые с золотой граночкой. Очень шикарно ключи выглядят такие, белые. Так, ну а по Kia, что по Kia? Чтобы вы знали, Kia, Hyundai, вот данные ключи, если они у вас оригинальные, они склеены. У вас не будет сзади болтика. Он целиком склеен, и вам придется его ломать. Как его ломать? Будет возможность, потом покажу замену корпуса. Если будет донор. Донор будет, скорее всего.
Итак, данный ключ ломается пополам, вот так вот раскрывается, плата достается и устанавливается уже вот в такой ключ. Такой ключ у нас китайский, он просто раздвигается. Ну, в смысле, на защелках, на обычных. Так, сейчас с чем-нибудь мы его... Так, чем его разделать-то? Так, это у нас получается Kia, это Hyundai. Сейчас особо разберем. Так, даже смотрите, возьмем, например, жопу от чего это Hyundai. Жопу берем от Hyundai, а перед от Kia. Так, крышку сейчас сниму. Да ну нафиг. Ща. Если бы я не собирал, я бы не говорил. Вот, пожалуйста. Сверху крышка, все, ключ собран. Идентично. Как родной. Берем крышку от этой. Ставим крышку от этой. Разницы никакой. Полностью идентичные ключи. Кстати, вот если хотите батарейку поменять, заднюю крышку отщелкивайте. Батарейка, наверное, 2032. Элемент питания. Это были у нас Kia, Hyundai. Тут только логотип меняй. И поехал. Так, далее у нас на повестке дня это... Ключи Шевроле. А, еще Kia. Если вы хотите выкидной ключ, не вздумайте брать такие ключи, как Kia и Hyundai. Вам придется вот эту всю часть растачивать, либо вы вообще его просто не сделаете. Так что как под выкидной ключ, ну под Ладу еще фиг знает, еще вряд ли. Слишком узкий установочное место, так что не советую брать такие ключи для себе под выкидной ключ. Далее, тут такая же проблема с Hyundai, с Chevrolet. Тоже вы сюда ничего не поставите, просто ничего не сможете установить. Также этот ключ ломается, он склеенный. В данном случае на таком корпусе, ну вот именно на этом виде есть болтик. В основном они не идут, ну нету в основном этого болтика. Они тоже защелкиваются, на защелках мне не особо нравится, потому что он иногда бывает, что падает и даже раскрывается. Батарейку так же, как и на Hyundai, просто открываем заднюю крышку. Также на заднюю крышку есть Volkswagen, и просто задняя крышка отщелкивается, такие как Touareg там и так далее, с тремя кнопочками. Так, в чем преимущество этого ключа? Тоже он... особо не изнашивается, шикарно всегда выглядит. Ну и вообще он такой прикольный. И сюда опилек подходит. Да и все вроде. Кстати, помимо болтика еще видите защелка. Можно даже болт не закручивать. Разбирать не буду, не вижу смысла. Обычный ключ. Также ставите лезвие, закручиваете против часовой стрелки два раза и собираете. Все. Он идет покупать его на замену корпуса. Если сломалась вот эта голова, проблема. Эта голова проблема. Тут даже видно, что не особо такой этот большой слой.
Так что можно, я думаю, даже руками отломать. Приходили люди просто, говорят, я пиво просто ключом открывал, так сломал. Молодец, говорю. Далее. Так, давайте аудюшечку. А, подождите, у меня еще тут должен быть один ключ. Вот, еще добавим сюда один ключик. Итак, это у нас аудюшка. Аудюшка, как и Volkswagen, может увести любой ключ почти. Да не почти, а любой ключ. Даже больше, чем Volkswagen, потому что здесь вот, вот этой вот грани, как на Volkswagen, нету. Видите? Здесь вам ее придется стачивать. А здесь ее нету. Она уже предусмотрена на любое лезвие. Любое лезвие сюда станет длинное, короткое, неважно. Во-вторых, охуенный дизайн. Ну, я так считаю. В-третьих. Что в-третьих-то? Ну, из минусов. Ну, кстати, вот эта окантовочка вообще классно выглядит. Тоже не особо. Ну, из, вот эти резиночки, они такие быстро снашиваются, сразу цвет теряют. А сам ключ, в принципе, нормальный. Сюда сигнализацию не получится никакую установить. Сюда не получится. Сюда не получится. Сюда не получится. Слишком мало места. Так что сразу эти ключи, как под установку какой-либо сигнализации, отпадают. Вот что я вам могу сказать. Так, вот этот ключ, он закручивается на 3 раза. Что он будет выкидываться вообще бешено. Так, сейчас разберем. Кстати, разбирается он так себе. Сейчас попробуем. Если вы этот ключ увидите, то это подходит. Все, мы разобрали ключ. Вот эти резинки меняются, продаются на Алике. Так, самое главное, что сейчас нам надо, это завернуть его в 3 раза. Так, 1, 2, 3. Завернули в 3 раза. Бля, сейчас вылетит. Собираем. Сейчас наживлю один болтик. Так, наживил один болтик. Так, берем, кого я на 2 раза закручивал. Так, вот Kia на 2 раза. Audi на 3. Так, еще 3 раза. Что-то звука. А, вот. Так, еще раз. 1, 2, 3. Кто быстрее был, блядь? 1, 2, 3. Ну, в принципе, одинаково. Ну, вот этот. Тут больше лезвия, так может из-за этого он такую инерцию дает прям. А тут наоборот меньше, так оно как-то. Тут. А тут. Ну, короче, у каждого ключа своя плюшка. 1, 2, 3. Ну, вроде одинаково. Ну ладно. Так, поехали дальше. Собирайте. Вот так нахлёст. Вот этими защелочками с края попадаем. А, не пизжу.
А, не, не пизжу. Попадаем этими защелками. Все. Все. Вот наш охуенный ключ Audi. Смотрите, сейчас покажем. Где эти брелочки-то? Да, блядь. И вот как-то вот так вот. Че у тебя за тачка, да, блядь, BMW, что ли, ёпта? Опа, блядь. Лезвие ваговское. Это Audi. Chevrolet, блядь. Ой, Chevrolet, какой нахуй Chevrolet. Audi, Volkswagen. Ой, как её, ёпта, Porsche. Кто там ещё-то у нас из Вага есть? Ламба вроде сейчас ваговская, если не ошибаюсь. Ну, вот такая вот телега. С ключиком. Все. Конфискую ключ. Так. Далее. Сколько там уже снимаем-то? Долго, нет? Так, переходим к сладенькому. Давайте вот в этот посмотрим. Ключик. Так, это у нас... Блять, нахуя Audi собрался и не закрутился болтики. Так, это у нас Volkswagen. Volkswagen Phaeton, если не ошибаюсь, правильно называю, может ошибаюсь. Phaeton или Phaeton. Это, я бы сказал, один из охуенных ключей для меня лично. Еще раз повторюсь, у меня есть видео, где я запихал сюда плату сигнализации. Ищите у меня видео. Так. А хули сейчас покажу. Вот этот ключ. Вот у меня здесь плата стоит. Плата от сигнализации Пантера. Также подходит на аллигаторы и на АПС, на некоторые модели. Работает отлично. Все. Ой. Смотрите видео там, ищите. Или прикреплю, может, здесь будет. Итак, вот такой ключ, незамысловатый, вот так вот разбирается, тут даже одна крышка, тут второй даже нету. Так, полностью я его совсем не разбирал, только вот так. Ну, вся та же схема, что и на остальных ключах, просто он выглядит охуенно и все. Вот такой вот ключ. По износостойкости не знаю, не ходил с ним пока. С этим ключом я не ходил, буду сходить, наверное, с тем. Так, ладно, этот сразу мы упускаем. Опускаем. Так. С колечком у нас тут все, да? Так, идем дальше. Дальше вообще вкусняшка. Так, сейчас, секунду. Оп. А где мой-то ключ? Ладно, не знаю, где мой ключ. Вот, короче, это у нас вкусняшка Bentley. Это вот этот. Не, это первый ключ, который мне нравится, это второй. Но они, можно сказать, одинаковые. Ну, они вроде одинаковые, а вроде не одинаковые. Данный ключ у нас, кстати, ваговский. Помните, я про ВАГ вам говорил? Вот, Bentley тоже ваговская. Это Bentley. Вот такой у нас охуенный ключ с дополнительной крышкой, не как на том, кнопочки. Вот так она приклеивается на двухсторонний скотч. Здесь еще буква Б где-то, не знаю, должна где-то валяться, наверное, в коробочке. Здесь еще красная буква Б. Эта крышка просто сверху защелкивается. Так, это лезвие же опять фольксвагеновское, старых моделей в основном.
И вот здесь вот по установке лезвия, так тоже вообще, хоть я не знаю, хоть хэ суй сюда. Все влезет. Не надо ничего будет дорабатывать. Любой ключ сюда встанет без проблем. Так, сейчас свой покажу. Вот ключ, в принципе. Bentley. Так, это отложим пока. Вот мой ключ Bentley. Вот так он выглядит. Спустя год. Из минусов стерлись вот эти вот значки. Их нету. Потом вот такие потертости. Не знаю, от чего это, откуда появилось. Но он меня, правда, задевает, когда заводишь. Наверное, это из-за этого. Так, логотипу ничего не стало. Здесь все четко. Лезвие у меня Deonexia стоит. Причем, кстати, лезвие, прошу заметить, это единственный ключ, где я заметил, что лезвие... Так, сейчас сфокусируем. Вот, это единственный ключ, где я заметил, что лезвие крепится болтиком. Но у меня уже этот болтик расшатался, я уже выебнул его. У меня он уже давно стоит. Я гвоздь забил просто. Источил наждаком. Ничего не шатается. Ну, шатается сама голова. А лезвие... Лезвие четко стоит, вообще четко. А шатается вот башка. Кстати, сейчас новый посмотрим. Ну, новый нормальный еще. Ну так, чуть-чуть люфт есть. Но он, кстати, на всех... Куда, никуда не денешься на него. Люфт все равно будет небольшой. Но здесь все-таки металл. Здесь люфт будет меньше появляться. Еще смысл в том, что, во-первых, я его дорабатывал. Потому что вот еще покажу, что вот здесь он более-менее... Ну, тоже не вровень. Потому что лезвие должно стоять как у Фаэтона. Фаэтон вот с таким, как тут получается, блин, здесь ровно, короче, а вот здесь с углублением, что получается, когда его вот сюда устанавливаешь, он будет вообще как литой, а здесь лезвие уже самодельное, и поэтому оно вот так торчит. Вот я нажал, вот я пытался доработать немного, и поэтому такой люфт появился. Так, я думаю, если не трогать, если смириться вот с этим, если вот с этим смириться, у меня, кстати, еще, ну так же почти, но у меня лезвие другое, здесь тоненькое оно, так что у вас другое лезвие будет немного торчать. Если с этим смириться и ничего не трогать, то башка шататься не будет. Я хотел, чтобы у меня ровно было, чтобы четко было. Ну, четко не получится, потому что лезвие не оригинальное стоит, установлено. Так, на данном брелке, это мой ключ, я хожу с ним, вот мой номер, Deonexia. Кстати, по Deonexia могу сказать, что у меня идет сейчас проект, я веду по автозвуку, пока сбор компонентов, ближе к лету начнется жесткая сборка, я думаю, будет буквально за месяц все собрано. Ну, потому что работаю, если будет отпуск, так, может, за отпуск все и быстрее сделаю. Ну, короче, будет летом уже, когда потеплеет, сразу будет порядком идти сразу части с автозвуком, потому что я сразу заберу, сразу сниму. А пока будут и распаковочки, не распаковочки, короче, мой канал, что делаю, то и хочу. Что хочу, то и делаю. Так, в данном ключе у меня установлена сигнализация. Вот кнопочка, слышно. Одна кнопка закрыть-открыть, блять, машина там открылась. Ладно, хуй с ним. На одну кнопку открыть-закрыть у меня запекнут такой вот брелок аллигатора. Тоже здесь на одной кнопке закрыть-открыть. Так, и по этому поводу я скажу то, что в данный ключ, вот в такой ключ, можно установить сигнализацию. И вот в такой вот. Почему? Потому что оба ключа более предрасположены к... Ну, много места и... Можно легко установить что-нибудь. Ладно, видео у меня есть. Так что, если интересно, заказывайте такой ключ. В этом, кстати, места побольше, чем в том. И выглядит он, я считаю, шикарней. Ну, за счет логотипа Bentley.
Если не ошибаюсь, Bentley, такой ключик от Bentley был где-то в 2006 году еще. Сейчас-то уже, скорее всего, смарт-ключи. Так, вот что я хотел про Bentley сказать. Откладываем его в сторону. Отмечу, что на данный момент для меня это шикарнейший ключ. Очень нравится. Такая вот сигнализация там, аллигатор старенькая. Сейчас не знаю, есть, не есть они. Но на эту сигналку, кстати, подходит еще из той видео QX44, которая установлена вот в таком ключе у меня. Она тоже подходит, можно его легко прописать и на такую. Далее у нас остались последние ключи. Не знаю, сколько там уже идет запись. Так, это у нас Chevrolet Buick. Так, это Buick у нас. Прямо аж с тремя версиями. Почему Buick? Так, картинку найду, прикреплю картинку, что Buick это тот же самый Chevrolet Lachete. Я бы сказал, просто видно, Buick сейчас уже все нету или есть, я не знаю, не слежу за производством данных автомобилей. Или они продали, как Deo Nexio, этот Кадет Opel. И вот, короче, вот такие вот ключики. Я выбрал самые там адекватные ключи, которые можно подготовить и установить на Chevrolet Lachete с тремя кнопочками. Тут он даже с этим, с автоботом, по-моему, на Hyundai такие или на Opel такие ключи есть. Так, кстати, он на Opel похож с такими, только там значки немножко другие. Так, по этим ключам у меня будет отдельное видео. Найду донора. О, кстати, это что-то отклеилось. Нет. Поэтому по этим ключам у меня будет отдельное видео, как установить ключ сюда шевролетовский, Chevrolet. Я вроде не нашел. Я видел видос один, где просто паренек вот вроде с таким ключом показывает, что типа кнопки работают на штатной сигнализации. Но я, в принципе, я сниму подробно. Ну, установку просто разберу все три ключа, возьму плату и покажу вам визуально, как она встает сюда, 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 как нажимаются кнопки. Это не сыть, это вот двухсторонний скотч, это вот она приклеивается. Вот такие вот ключи, здесь металлическое получается, здесь как Opel, но мне вот этот ключ так не нравится. Кстати, лезвие уже стоит, что-то не затянуто. Здесь стоит уже лезвие от Шевролешки, все они причем одинаковые. Сейчас покажу. Все шевролетовские. Кстати, у кого Opel или Deo Nexio, вам такой ключ тоже подойдет. Они одинаковые. И место, в принципе, под установку нормально. Так, вот такие ключи у нас сегодня на обзоре. Вроде много чего рассказал. Может, что-то кому-то донес, надеюсь. Ну вот, смотрите видео с этим ключом. Оставлю себе, просто хотел продать, а сейчас думаю, оставлю. Пускай как второй будет к Bentley. Дополнительно к Bentley. Напоминаю, что вот розыгрыш вот таких брелочков, либо жетончик с фотографией, если у вас машины нету, либо плеер. Данные три вида таких подарков я разыграю у себя в группе. Добавляйтесь в группу. Видео будет только там, здесь видео этого не будет. Так что, если вам интересно, следите за каналом. Буду задвигать телеги. Буду показывать ключи. Все буду показывать. И череп мой поможет мне в этом. Все, всем удачи, всем пока, давайте. Надеюсь, познавательное было видео. Если не найдете ссылку в описании на какой-либо ключ, пишите мне в личку или смотрите в группе. Скорее всего, в группе будет все.